Яблочко говорит, что ты правильно выполнила задание. Посади кошку за фиолетовый стул. За фиолетовый. Яблочко, какой тебе нужен квадрат? Нет. Красный. Следующее, что тебе надо? Посмотри на картинку. Красный квадрат ты прикрепила, а возле квадрата? Треугольник. Сколько треугольников? Так, что там, Маша? Это листочек на дереве. Он растет на дереве, верно. Давай следующее. Что же там? Открывай другим пальчиком. Вверх. Вот. Что там, Маш? Машенька, у тебя дома забор какой? Деревянный. Он высокий или низкий? Низкий. Я смогу его перепрыгнуть? Нет. Не смогу перепрыгнуть? Вот смотри, ты получается вот так перепрыгнешь, а не получится. А как же мне к тебе в гости попасть? Я тебе открою дверь. В общем, ты меня впустишь к себе в гости? Да. А кого ты не пускаешь? Волков. У тебя что там, волки есть? Да. У меня там лев, допустим. Там живут волки где-то. Они пытались к тебе уже попасть? Да не смогли у меня у Насти попасть. Ну, конечно, такой забор. Конечно, они не попадут. Маш, вкусно пахнет у тебя дома? Да. А чем же у тебя там пахнет? Там мясом. Супом пахнет там. Да ты что? Морковкой. Так вкусно у тебя пахнет? Яблоком. Ты знаешь, я уже тоже хочу.